Дик? Я тут думал, ну, про то, что ты сказал, ну, чтобы, типа, тоже внести свой вклад, помочь лагерю. Я слушаю. Есть минутка? Покажу кое-что. Да, пара минут для тебя найдется. Так куда мы идем? Ты бывал в пещерах к северу от озера? Бывал. Я туда еще вперед тебя дойду. А, ну ладно, пошли. Я все равно сегодня собирался на болото. Загляну в те края, проверю, кто в трясине увяз. Когда ты последний раз был там? Да уж давно. Когда я был мелким, мы в этой пещере, считай, жили. Мой папаша увлекался геологией. Кажется, у нас тут парочка застрявших в болоте фриков. Да, похоже на то. Давай я с ними разберусь. Ну ладно, уступлю это тебе. Молодец. Ну что, Шиза нашел нового специалиста. Ты знаешь, куда Шиза может пойти. Короче, я что говорю? Он мог часами рассказывать, как формировались эти пещеры. Как порода снаружи затвердевала, но внутри продолжали течь подземные реки лавы. Тут большие пещеры, туристов в них раньше водили. Здесь Метолиус, есть еще другие, они в этих местах повсюду. Короче, мы уже близко к шоссе, теперь надо потише. Так, пригнись, пригнись. Ох ты ж ее! Ты для этого меня сюда привел? Понюхать толпу фриканов? Ну да. Ладно, ладно. Теперь иди за мной. Стоп, стоп, стоп. Куда идти? Куда ты меня ведешь? Я покажу. Идем. Не подходи к ним. Пригнись. Что мы вообще делаем, Дик? Это же глупость какая-то, даже для намада. Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и из-за них встало движение на 97-й трассе и 5-й магистрали. Да, в июле от людей воняло почти как от фриков. Ну, в одном ты не ошибся. Эти фрики – большие скопления, те, что мы называем ордами. Я думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число. В смысле? Но сам подумай, я уже больше года охочусь на них водище, Бухарь тоже, Рики и Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало. Немало, да. Но их почему-то не убавляется. Ну и? Все дело в ордах. Каждую ночь они прут сплошным потоком по шоссе Сантиам. Тысячи фриков прибывают в долину Лост-Лейк на север Каскадных гор. И ты думаешь, они идут из Калифорнии? Шоссе перекрыто, через перевал уже пару лет никто не ходит. Для фриков оно не перекрыто. Это нормальным людям по нему хода нет. Короче, я к чему веду? Огромные орды приходят сюда каждую ночь, и мы ни хрена не можем с этим поделать. Ну, тут ты прав. Мы пытались в свое время, потеряли немало ребят. Я знаю, Майк, это при мне было. И после каждой орды остаются шальные фриканы. Либо орда натыкается на препятствие, рассеивается, и вот опять фрики повсюду. Куда ни посмотри. На них и смотреть не надо, носом учуешь. Если мы найдем способ преградить ордам путь, может получится наконец-то уменьшить число фриков. Станет безопасней. Освободится земля под распашку. Да. И как нам этого добиться? Ты прекрасно знаешь, что нельзя перестрелять эту, как ты называешь, орду.
Вот, смотри. А чтоб мне провалиться? Фрики тут зависают днем, а спячка у них или хер там их знает что. И ты предлагаешь все это... Да. Взорвать все нахрен. Динамит там, там и там. Обрушим на них гору и прикроем всю лавочку. Ну, минус пара сотен фриков. Погода это не сделает. Нет, ты не понял. Завалим пещеру, и им негде станет отсыпаться. Или, может, эта сраная тропа пересохнет, и тогда другие перестанут приходить сюда. Ага. Ясно. Ну да, это интересно. Все, хватит. Пошли обратно. Ладно, суставы я вроде разогрел. Давай, не отставай. Да уж не отстану. Скажи мне, сколько нужно прожить водище, чтобы стать экспертом по фрикам? Ты за ними что, по пятам ходишь? Изучаешь их повадки? Не совсем. Тогда откуда ты все это знаешь? Что Орда будет делать? Где они спят? Пару дней назад я ехал к северу от Белнам Крейтер и увидел вертолет. Вертолет? Да ладно. Послушай, это был черный вертолет. Как раз на таких люди Нера тут рассекали повсюду, когда началась эпидемия. И ты такое видел? В небе? Я проследил за ними, спер их рацию. Я пытаюсь выяснить, может, у них где-то здесь есть база, припасы. Черт, хочу понять, что там с федералами, живы они или нет? Они тут проводят какие-то полевые исследования на фриках, изучают их. То есть они тратят ресурсы на это, пока брошенный народ сражается за жизнь из последних сил? Я проследил за ними до пещер Гротта Кейвс. Знаешь, где это? Да. Они установили датчики движения, чтобы замерить, сколько фриков прячется в пещере днем, и Майк их там тысячи. Да ну. Между собой они обсуждали, что фрики со всех каскадных гор, от территории за Крейтер Лейк на юге до Смит-Рок на севере, все они спят в этих лавовых пещерах. Если взорвать вход, может, у нас тут фриков поубавится. Дик, твоя идея, она неплохая, но для такого дела надо очень много динамита. Ну, ты хотел защитить Лост Лейк, я предложил тебе способ. Ладно. Короче, так. Мне надо кое-что уладить, а ты жди меня у моста, я скоро буду. Есть где взять динамит. Сен-Джон! Час назад ты должен был явиться на ферму. Тебя там лопата ждет. Насчет лопаты, я занят. Да, у нас с Железным Майком как раз сегодня вылазка. С Железным Майком? Пойдешь на грядки прямо сейчас, а не то вместе со своим увечным бойфрендом вылетишь обратно в водище, понял? И хоть сдохни там! Да, все ясно как день. Конец связи. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький офис и вольер для собак за пределами Систерс. Собак было около сотни, в основном уличные. У кого были хозяева... Дик, Дик, Дик. Что ж ты так давно не заглядывал? Блэр, как поживаешь? Ладно.
Отлично. Вот так. Пожалуйста. Ага, хорошо. Ладно. Эй, Дик, ты уж будь осторожен. Купишь что-нибудь? Как дела, Бас? Ну, загляни позже. Заходи еще. Я работала в обществе за... Ты готов? Куда мы едем? Твой черед мне довериться. Так куда мы направляемся? Ты знаешь, что добывали в местных шахтах? Да, ртуть или типа того. Верно, киноварь. Ртуть извлекали из киноварей. На востоке народ думает, что тут были золотые рудники или серебряные, но это не так. В начале прошлого века киноварь ценилась дороже золота. Шахтеры используют динамит, чтобы расширять ходы, пробивать новые тоннели, расчищать завалы и все такое. А для этого надо зарегистрироваться и предоставить инспектору в окружном суде дубликаты ключей от всех своих сейфов. В окружном суде? А он тут где вообще? Я думал, ты знаешь. В старом здании мэрии. В здании мэрии? Это в Кэмп-Шермане, что ли? Господи, Майк, ты что? Ты ж сказал... Ты сказал, что больше туда ни за что не вернешься. Разве? Не помню такого. Ты был пьяный. Это было... После смерти Джо. А я сказал, почему? Нет. Вот здесь. Направо будет. Мы на месте. Майк, там будет полно тварей. Может, все-таки лучше не рисковать? Да ладно. Лишь бы погода не переменилась. Так, дом видишь? Это была мэрия. Туда нам и надо. Давай не будем нарываться. Не лезь в здание. Пойдем. Нам с тобой сюда. Куда мы направляемся? Иди за мной. Ключ будет у инспектора. И ты знаешь, где он? Где его тело? Да, я это знаю. Ты слышал, что тут было? Да, все погибли. Мужчины, женщины, дети. Всего несколько человек спаслись. И ты один из них, так? Всего двое. Я и Нора. Но это не фрики всех. В каком смысле? Смотри. Патроны кончились. Предложили перемирие. Встречу. Вот здесь. Мы знали, что нас ждет. Мы знали, что будет, и готовились. Бой продлился недолго, но было страшно. Конечно, патроны у них еще остались, и они... Ну, ты сам все видишь.
Ну, в общем, когда все кончилось, из города ушли двое. И временами мне жаль, что одним из них был я. Инспектор, вон тот в костюме. Бери ключ и валим уже отсюда. Тебе наплевать на пещеры. Ты привел меня сюда, чтобы... Ты привел меня сюда, чтобы показать мне вот это. Ты не прав. Ладно, ключ взял. Мы пойдем заберем схемы шахт, как я и сказал, и добудем столько динамита, что хватит на все пещеры в долине. Не гони. В одном ты прав. Я не жалею, что показал тебе это. Я не понимаю тебя. Я говорю про войну с упокоителями, которую так хочет развязать Шиза. Ты думаешь, ему есть дело до жертв? С любой из сторон. Да ну тебя. Пойдем, дело не ждет. Вот дверь. Тут все заперто. Давай, надо подняться наверх. Судя по запаху, кто-то сдох. Шакалы. Да, я их чую. Скверное дело. Я никогда детей не любил. Они мне действовали на нервы. Мы с моей Элизабет, мир ее праху, на этой почве не раз ссорились. Ты не любил детей? А я думал, ты всех любишь. Почти никого, в сущности. Не-а. Но терплю многих, даже сильно остроумных намадов. Сюда. Так. Порядок, вот оно. Теперь мы знаем, где в округе все шахты и где там динамит. Ну все, пошли. Слышал? Ага. Ты никому встречу не назначал? Нет. Ну, если что, прикроешь? Эй, я не лезу в неприятности. Но и не бегу от них. Держись за мной. Эй, я в состоянии себя защитить. С этим я не спорю, но ты помнишь, что было в прошлый раз? Я и говорю, буду держаться за тобой. Вперед! Дожмем его! Да, было непросто. Вроде все. Пошли. Давай, веди. Спрячься. Я разберусь. Что? Сейчас нам сюда сбежится весь город. Вперед, не уйдем! Нет, нет!
спрячься. Молодцы, ребята, отвлекайте. Да, пойдем. Вон мотоциклы, пошли. Господи, охренеть можно! Вот почему в Кэмп Шерман никто не суется. Если Эдди узнает, что ты тут рискуешь своей шеей, она взбесится. И откуда же она, интересно, об этом узнает? Не от меня! Насчет упокоителей. Зачем ты хотел мне это показать? Знаешь, Ник, ты мне напоминаешь меня самого. Ну, в молодости. В каком смысле? Тебе на все насрать. Ну да, ты переживаешь из-за друга, не хочешь, чтобы он умер. А вот до меня и всех остальных людей на планете тебе нет дела. Добряки очень быстро дохнут. Да, это верно. Только вот эгоисты дохнут с такой же легкостью. Жители Кэмп Шермана тоже решили, что будут думать только о себе. Нетрудно убить человека, когда он просто кусок мяса, стоящий между тобой и твоей целью. Жизнь захочет убить упокоителей, потому что думает, что они больше не люди. Они не в счет. Они стоят у него на пути. Нет, я на эту хрень не куплюсь. Черта с два. Шиза никак не поймет, что это я такой пацифист. Ну, так он меня называет, говорит, что я всех выгоню в могилу. А что, Майк, ты собираешься это сделать? Ну, фрики же не вечные, да? И когда они передохнут, кому-то придется все вокруг восстанавливать. Нет, стой, ты послушай. Я не люблю Карлоса и упокоителей, как, впрочем, и эту Такер, или этого Коупленда, и всех его гребаных адептов. Но ты слушай. Дело-то вот в чем. Я не буду лезть из кожи вон, чтобы их уничтожить. Хватит с меня убийств. А если Карлос на вас нападет? Нет, не нападет. Я договорился.
ну... Нет, Майк, ваше перемирие долго не продержится. Кои-то веки я согласен с Шиза. Эти упокоители уже не люди. Эй, Дикон! Бас, как жизнь в лагере? Ну да, ладно. Если что, я здесь. Дик, Дик, Дик. Что ж ты так давно не заглядывал? Блэр, как дела? Ага. Да, вот это дело. Так-то лучше. Пожалуйста. Отлично. О, хороший выбор. Ага. Дик, береги себя. Купишь что-нибудь? Знать бы, как там Бухарь. Надо бы проведать его. Надеюсь, он не спит. Сент-Джон, это Лост-Лейк, прием. Майк, это Дикон. Я слышал, ты привел Шейна Райли, но когда я хотел его допросить, никого не нашел. Ага, тут такое дело, Майк. Я пытался его привести, да, но он адски сопротивлялся. Он не оставил мне выбора, Майк, вообще не оставил. Ну, ты же помнишь, что я говорил о том, как мы ведем дела? Да, да, Майк, я помню. Конец связи. Спасибо, Рики. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Дик, поторопись. Рики, что не так? Парень, которого мы искали, Эрик Линч. Тот, кто убил Кэмпбелла и Рида на ферме. Линчмен, вот сюда. Ты знаешь, где он? Да, он на северном побережье, на старом причале. Шиза хотел им заняться, но Майк велел позвать тебя. Я найду его. Я найду его. Да, спасибо, Дик. Рики, привет. Ладно, заеду, конец связи.
еще одно. Ну, сейчас подпалим. О, Брайан, я возле маяка, у того, что рядом с Кэмп Роук. Намат, то есть Сент-Джон, понял? Зачем я здесь? Сейчас туда прибудет вертолет. Будь готов. Отбой. Ну ладно, жду. Сент-Джон, они должны быть на месте. Ты их видишь? Да, их трудно не заметить. Что от меня требуется? Подберись к специалисту. Тебе нужно держаться рядом, иначе я не смогу перехватить данные. Сообщите, как зачистить. Ладно, я понял. Вперед, зачистим сектор. И на этот раз надо будет установить маячок на вертушку. На вертолет. Я знаю, что такое вертушка. Надеюсь, у тебя есть сведения для меня. Этим занимается надежный человек, так что скоро будут. Хорошо, мы скачаем данные, как только ты подойдешь поближе. Так, надо прикрепить к вертолету маячок. Давайте, валите отсюда. Периметр установлен. Не попадаться на глаза. Зачистили периметр. И что же вы, ребята, здесь забыли? Решили сделать остановку. Вот так. Да что вообще вы тут делаете? Брайан, а вот и он. Заметка номер 2060. Мы завершили осмотр 24 гнездовий, в том числе в Мариан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейн, на стоянке грузовиков на Олдбелл на Проуд. Как она называлась? Крейзи Виллис. Ну да, там типа заманиловка была для туристов. Показуха картонная. В общем, Крейзи Виллис, к югу от Белл на Крейд. У меня вопрос, Дом. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнезда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всем таком? У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где бы их построили дикие звери. На деревьях или в лесу, только в домах. Обсудить, они сразу прибегут к тебе в казарму. Да я просто спросил. Я тоже всякое подмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Заметка номер 2060. Мы завершили осмотр 24 гнездовий, в
том числе в Мэриан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейд, на стоянке грузовиков на Олд Белнап Роуд. Как она называлась? Крейзи Виллис. Ну да, там типа заманиловка была для туристов. Показуха картонная. В общем, Крейзи Уиллис, к югу от Белнап Крейдер. У меня вопрос, Доб. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнезда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всем таком? У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где бы их построили дикие звери. На деревьях или в лесу, только в домах. Ты закончил? Извините. У ребят из лаборатории есть теория. И когда они будут готовы ее обсудить, они сразу прибегут к тебе в казарму. Да я просто спросил. Я тоже всякое подмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Я могу продолжить? Да. К югу от Белнап Крейдер. Некоторые области Белнапа не были исследованы вследствие того, что рядом с гнездами были людские поселения. В частности, большой лагерь на... На курорте Соломея. Да. Соломея. На празднование же дня рождения Мирода она плясала перед собранием. И он с клятвой обещал дать ей, чего она не попросит. Она сказала: «Дай мне голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь. Ну и название выбрали. Да уж. Опять же, по некоторым вещам из прежнего мира я не скучаю. Все раскачалось. Да. Библия? Они теперь что, цитируют Библию? Хорошо, наверное. Летать с ними спокойно. Еще есть время почитать. Скажешь тоже. Господи, не Брайан. Есть. Так, теперь надо отсюда убраться, пока меня не засекли. Вы слышали? Здесь не спрятаться. Меня видно. Нет. Здесь нельзя спрятаться. Меня видно, как на ладони. Хватило бы топлива на обратный путь. А ну стой! Не с места! Погоди. Может, мы с тобой договоримся? Теперь надо отсюда убраться, пока меня не засекли. Это что? Жрать уже охота. Есть такое. О'Брайен, ты меня слышишь? Я сейчас не могу говорить. Буду на этом канале позже. Конец связи. О'Брайен! Ну ты сволочь. Мне надоело быть у тебя на побегушках.
Угомонись! Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Еще одно гнездо. Сожжем и его. Thank you.
Я потом вернусь сюда и сожгу то, что тут осталось. Сигналка. А ну, молчать!
Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его. Дикон Сент-Джон, как дела? Как дела, Бас? Сейчас все будет. Я все сделаю. Буду здесь, если понадоблюсь. Заходи позже, будет новый товар. Дик, Дик, Дик. Что ж ты так давно не заглядывал? Блэр, отлично выглядишь. Ладно. Ага. О, хороший выбор. Ладно. Эй, Дик, ты уж будь осторожен.
Как дела, брат? Дик. Вот и ты, наконец. Без тебя, как без рук. Ну-ка, ложись давай. Да, мэм. Его навещать пока нельзя, а мне лишние руки нужны. Ладно, увидимся. Буду ждать. Эй, док, скажите, как вы думаете, я смогу играть на пианино? Очень смешно, Уильям. Ложись. Ладно. Могу и третьей рукой? Не, правда, возьму и подыграю. Ну, сам видишь, он поправляется. Лихорадка прошла. Хорошо, рад слышать. Ну ладно, я пойду. Дикон, я уже говорила, Уильям обязан тебе жизнью. Бухарь ничем мне не должен, наоборот. Эй, и еще двое. Эдди и Мия бы умерли без антибиотиков. Это я так, к слову. Похоже, ему стало лучше.